Здравствуйте, наши дорогие и любимые любители астрологии. Устраивайтесь поудобнее, ведь прямо сейчас вы узнаете, что для вас подготовили звезды на эту неделю. В студии Анастасия Жигальская. Поехали! Вы, дорогие любимые наши овны, почувствуете прилив энергии и мотивации. Пришло время заняться теми делами, которые постоянно откладывали. Не бойтесь рисковать и использовать новые возможности. Ваша тяжелая работа окупится в долгосрочной перспективе. Вам, дорогие любимые наши тельцы, звезды сулят благоприятное решение вопросов, связанных с взаимодействием с реальными людьми. Дистанционное общение и переписку в соцсетях лучше ограничить. Великие риски, что написанный вами текст могут не так понять или найти в нем другой контекст. Общение является ключевым моментом для вас, дорогие любимые близнецы, на этой неделе. Выражайтесь четко и открыто, чтобы избежать недоразумений. Удачное время для важных разговоров и установления новых связей. Ваши коммуникативные навыки будут на высоте. Излишняя инициативность может послужить причиной разногласий, дорогие любимые наши раки. Постарайтесь преподносить свои новые идеи с меньшим энтузиазмом. Спокойствие и размеренность помогут достичь поставленных целей. Уделите время самообразованию. Дорогие и любимые наши львы, готовьтесь к неделе волнений и приключений. Это прекрасное время, чтобы заняться своими увлечениями и пойти на продуманный риск. Будьте в центре внимания и позвольте вашей фантазии раскрыться на полную катушку. Отличный период для организации и планирования у вас, дорогие любимые наши девы, на этой неделе. Возьмите под контроль свой график и расставьте приоритеты для задач. Оставаясь сосредоточенными и дисциплинированными, вы сможете легко достичь цели. Не бойтесь просить о помощи, если это необходимо. Четкое планирование нагрузки поможет вам достичь успехов, дорогие любимые наши весы. Старайтесь решать вопросы по мере их важности, не откладывайте дела на потом. Неделя благоприятна для посещения медицинских учреждений, которые вы, возможно, долго откладывали. Почувствуйте небывалый прилив сил, который поможет изменить жизнь к лучшему. Хорошо пройдут дела, затрагивающие сферу ваших интересов и увлечений. Не стесняйтесь уделить больше времени тому, что действительно вам, дорогие любимые наши скорпионы, важно. Это время приключений и открытий, дорогие любимые наши стрельцы. Вам придется выйти из зоны комфорта и получить новые впечатления. Путешествуйте, знакомьтесь с интересными людьми, учитесь у них и исследуйте мир вокруг вас. Неделя благоприятна для укрепления отношений в семье и с друзьями. Вам, дорогие любимые наши козероги, звезды рекомендуют сосредоточиться на долгосрочных целях и составить план их достижения. Делайте маленькие просчитанные шаги к успеху. Пробуйте спокойнее относиться к новому и принимать решения, основываясь на логике. Ваша неделя, дорогие любимые наши водолеи, благоприятна для принятия финансовых решений, касающихся крупных покупок. Возможен рост доходов в делах, связанных с вашей находчивостью. Однако звезды советуют уделять время своему здоровью, больше отдыхать и не переусердствовать с работой. У вас, дорогие любимые наши рыбы, появится возможность реализовать себя во многих сферах деятельности. Хороший период для начинаний, поиска хобби и расширения круга интересов. При этом следует разумно распределять время и помнить, что за новыми правами приходит и новая ответственность. На этом все. Только что вы просмотрели весь прогноз для всех знаков зодиака на эту неделю. Конечно, в конце важный совет от меня. Слушайте свое сердце. В студии была Анастасия Жигальская. Всем пока!